Колодец нашелся, это очень хорошо. Опа, и шапочка какая. Восемьсот, да? Ну, еще раз могу прыгнуть куда-нибудь. Конюшня, кстати, есть. Так, это у нас просто земля, да? Даже это же дипломат у меня, сейчас поберем. Так, а с этим дипломатом что делать? Здесь как-то разбить, да? Интересно. Сказку, что ли, отдать на разбивку? Так-то имеет смысл. Так, а здесь у меня кто? Здесь у меня Ламар мощный. Здесь Тазар мощный, да? Охренеть, статус дали. Тартарос. Тазар, 6 уровня всего. Лишь тебя прокачать, друг, там. Душевный кач пошел, душевный. Меч пятел, куда я дел? У меня же он точно был. Подожди, а точно ли он у меня был или вот он лежит? Я думал, что он у меня есть, а я его не подобрал.
Придурок. Придурок. Все-таки не так уж и плохо. Ничего, диплом не будут давать? Нет, нет диплом. Не очень прикольно. Все, типа, напрыгался, да? Без диплома. Пес безземельный, блин. Псы.
Блин, я эти сапоги да не передал. Ну, вообще никаких артефактов я не передал. Хэлла там все как-то не очень, а? Выглядит. Кстати, вот это вот этих, да, не чекал. Так, а у меня у кого-то пешка? Нет. Нет. Жди. Я что, все здесь оставил? Неправильно это. Да, ТП-шка здесь. ЧД джонится на халяву. Кристалки на халяву. Прикольно. ЧД и кристалки пойдет. Консул, кстати, да, жбан, тема говорит. Есть консул у меня. Даже две. А две это вообще доминантный стек, можно замутить. Так, давайте по дипломатам. У меня вот раз, чувак, с дипломатией. Вот экспертная дипломатия и... еще продвинутая дипломатия, да? Короче, три инвалида-дипломата. Это очень плохо.
Ну-ка, кстати, вот этих проверим. Ну, кстати, возможно, если вот этих забрать, вот эти пойдут, да? Так, а Луна у нас не хочет получить дипломатию. Совершенно случайно. Так, там тоже, да? Там тоже все неплохо, но у него городов почему-то меньше. Почему? Это вопрос. Он либо в эту зону не ходил, либо здесь не все захватил, да? У меня под альянс, да, нет, водину. Так, а щит у меня все это есть, да? Все щит. Щит, меч, шапка есть. Да, под альянс только этого не хватает. Ботинок и одинол. Ну, ботинки лежат. Ботинки можно забрать. А, подожди, одинол вот лежит. Так, подожди, еще раз, где ботинки? Что-то я просрал место с ботинками. Ну, ботинки. Ну и что, их сразу забирать, что ли? Сюда прыгнуть, да? Ну, я тогда могу до этого, до этой зоны не достать. Не, ботинки надо сразу забирать. Альянсовые. Типа, прыгнул, забрал ботинки. Я, по-моему, сразу достаю. Камень. Не, не достаю. Надо вот сюда сходить. Надо вот сюда отойти. И тогда можно будет прыгнуть. Или, подожди. Трава. А, подожди. Стоп, стоп, стоп. Вот сюда же можно прыгнуть. Трава, потом сюда. Забираем ботинки, прыгаем сюда, сюда. Здесь интересно вот это, да, наверное. Так, ладно, АФК. АФК пару минут, сейчас буду.
Здорово, Люха. Что у нас сегодня интернет в говне? Это печально. Так, минута осталась у Хэла. Ну. Александр, приветствую. Так, надо подумать, что будем делать сейчас. Так, ну тапки забираем и пробуем достать до города. Нам. Надо пробовать. Надо пробовать. Так, по мувам 2800. Как дела? Да хрен его знает. Пока не ясно. Но мы по темпу опережали точно. Нас могли нагнать. А узнаем, нагнали либо не нагнали. Надо книжку вот эту забрать, кстати. Через эту тюрьму. Что здесь у нас? Цель. Ну, цель, кстати, как раз прыгнет на бегемотов. Здесь может быть хороший герой. Так, там Риланд, но по армии не опережает. Это хорошо. Телепорт какой-то, блин. Так, подожди, это уже эта зона, да? Зона с телепортом. Угу, тут 80 на халяву. Блин, а у меня вообще даже нет нифига. Я понятия не имею, сколько идти туда еще. Вот это близко. А вот это повезло. Это очень повезло. Этого тогда, наверное, сразу сюда будем выставлять героя, да? Блин, а у меня, кстати, денег нет, и это плохо. Здрасте. Так, ну у меня много рынков, вроде как. Что-то должны сменять. Так, что там с Тазаром? Ни хрена себе тут лойнис.
Одержонится, по-моему, да? Очень хорошо. Драгонейт. Так, это дипло должна вкачать. Значит, хреново как-то она вкачала. Так, Драгонейт. Здесь купить. Опа. Блин, а чё денег-то нету? Упс. Так, здесь у нас кто? В Тарталии. Аламар, да? Ну, Аламар плохой, капец. Блин, а где денег-то взять? Тартарос, что ли? Ух ты, нихрена себе. Солда. Говна кусок. Блин, а нету этого, да? У меня куча героев не походила. Это плохо. На лаве? На какой лаве? Илюха, ты опять что ли не закусывал?
Антазару воздух надо. Мудрость еще дали, блин. Бестолковую. Так, а где модель будем качать? На вот этом ГО, да? Здесь вообще стихии нету, черт возьми. Может, землю дадут? Сжалятся. Против альянса есть, все есть. Так, а до альянса не хватает, чё? Я, кстати, кому вторые тапки отдал? На главного дипломата, да? Главный дипломат сейчас должен захватить второй город. Дабла есть, да, если что, для Лёни, например. Это Лёня вообще хороший. 7-6. Offense Armor. Ну, кстати, бонус дает. Нифига не дает. Так, а где у меня еще один дипломат? В этом, да, в Тарталье. Да, ну вот это, кстати, может забрать этих ЧД. Но не уверен, что до этих успеет. А че? Убегает, прыгает. Может, и успеет. Это надо забрать, да? Сейчас за дипломатия хреново. Вот это вот могла и получить диплом. Кастловская дама. Делаида. Делаида вообще могла все, что хочешь. Посмотрим, что у него по бэбкам, по героям. Я тут по бабкам стрял из-за того, что купил кучу гринов. Но я думал, что типа, если я получу гринов, ко мне будут джойниться грины и золотые. Кстати, я золотых здесь не смотрел, да? Может, они джойнятся? Может, не надо на них качаться? Сейчас увидим. Сейчас я этот подберу, качнусь. Здесь ТП можно будет прыгнуть на ифритов плюс наг, здесь прокачаться можно даже сюда, кстати. Хочется все-таки вот эту тюрьму забрать и КВшку забрать.
Кстати, вот этих обязательно посмотреть надо. Я что-то тут совсем не просматривал нифига. Блин, там уже мощь больше. А это, кстати, это беда. Блин, воздух дали, очень хорошо. Теперь бы его прокачать, этот воздух. Я что, заджойнил? Ну, это очень плохо. Так, экспертный воздух, очень хорошо. Так, Тартарос, это у нас Тазар тут, да? А мы сюда полетим. Правда, я не знаю, зачем я сюда прилетел. Давай вот так попробуем сделать. Сейчас чекаем вот это, вот это, вот это. Плохо. Ночная тьма, да? Эксперт Дипла, Чайгуа. Такая она уродливая, эта гундула. У нас эксперт Диплой, да? Но он что-то много там наджойнил, очень много. Где качаться-то будем? Ну, здесь наговор, видимо, да? Ё-мана мораль. Это они типа прожгли моих драконов. Я каши одел, да? Придурок. Опять с каше. Ну что ж ты будешь делать?
Так, где у меня еще дипломат сидит? Нет, не здесь. Так, это уже походило. Подожди. По-моему, уже все походили. У меня книжку воздуха, да, не забрал. Воздух-то буду давать, нет? Ну, спасибо. На земле нету, да? Шарика нету. Значит, я погорячился сюда нападать, кстати. Ну, типа, стырить у него драконов. Так, а кого мы хотим разбить? Ламара. Подожди, если я Ламара разбиваю.
Я ж Тазаром, да, еще не ходил или ходил? И где у меня Тазар? Блин, куда я Тазара дел, кто помнит? Куда я дел Тазара? Я этот еще, да, не ходил. В инферне сидит Тазар. Поплыл тут под конец. Ладно, пофиг. Стырил драконов. Хреново тучу драконов залил. Жесть какая-то. Так, а у меня тише нету, да? Да, тише нету, плохо. Где-то у меня еще драконы джайнились. Не вот эти ли? Же у нас не вот эти ли драконы джайнились? Какие-то драконы еще джайнились. Не могу вспомнить, какие. А для чего сейчас было? Это чё было? Он мне героя дипломата, да, убил? А как? Снизу пришел. Блин, это он мне сейчас этого убьет, да? Моего убьет. Блин, я натворил делов. Дел, точнее, да? Мне сейчас вот этого с сапогами, перчатками убьет. Хотя не, ему вот это бить надо. Так просто не убьет. Так просто не убьет. Армия у него, да? Типа больше показывает. Сотка этих, 16 лазурок. Кстати, так-то до хрена. Наверное, вот это ГО тоже джонилось. Архов можно еще посмотреть. Так, ну самое главное, у меня Тазар воздух получил. Вопрос, где Тазар? Где я Тазар оставил? Блин, тут ГМа нет. ГМа нету, денег нету. Это у меня с воздухом. В крипте может разбиться, да, если что. Так, здесь луна. Не могу понять, где Тазар. Здесь. Нарик что творит, а? Чёртова тюрьма. Ну, чёртова тюрьма, это очень плохо. Ну, кстати, если он достает нам хана, да?
Блин, я все сапоги тогда потеряю. Или подожди, или сапоги у меня еще у кого-то оставались. Где у меня сапоги? А, здесь сапоги. Не, ну вот это вообще бы не хотелось терять героя. Чем не бьет еще драконов? Так, ну если не бьет, это очень хорошо. Если не бьет, это очень хорошо. Ну, по сути, я у него 80 этих стырил. У нас городов поровну, кстати, с учетом того, что он свой, да, забрал. Соответственно, он здесь ничего не забирал. Не хочет он сюда ехать. Да, у меня, если бы герой был с землей, там потерь бы не было. Мне, наверное, не надо было туда идти к нему. ТП нужно было нажать после лазурок. Вообще проблем бы не было. Ну, он что-то какую-то хрень тут собирает, непонятно. Ну, типа, здесь все чекает что-то. Что-то у меня сегодня транса в говне. Интернет, конечно, этот шакалит. Но битрейт вообще ужасный. Прыгает. Так, а где у меня дипломаты все сидят? На, Кати джойнится, ну. Ну, тут убиваем всех сейчас.